Ну, давайте посмотрим, что получилось у нас. Вот уже вчера заливали. Вот это специальное правило, в которой на оси установлен специальная шайба толщины, так чтобы смотреть зазоры. Толщина у нас монетки измерялась микрометром, и сама толщина вот она. Толщина 1,9. Ну как вы считаете, что получилось? Очень прекрасно, очень хорошо. А вы как с полами считаете? Дальше сюда линолеум бросим. Будет все хорошо. А какая-то предварительная доработка нужна еще поверхности? Нет. Ну, в принципе, нет. Все прекрасно, все так. Единственное, высушить ее, ну, просушить до окончания. И дальше эксплуатировать. Это сейчас же... балочки подпишем, все это сделаем. Да, я подписал. Изумительно. Изумительно. Быстро, хорошо. И самое то, что вот на следующий день, в отличие от других полов, мы уже ходим, не надо драть, не надо ничего идти зачищать, на коленях ползать, спину гнуть. Одно из преимуществ.